Как же падала листва в садах. Мы все время рассказывали об этом доме, о том, как он вырос в этой коммунальной квартире. Вообще говорили, что он может об этом переулке рассказывать так много, как Пушкин рассказывал про царское село. Кстати, Пушкин тоже где-то жил. Здесь? Рядышком, да. Ну вот и здесь все бы хорошо, вот, вот если бы не такая дорогая парковка. Вот Пушкин, когда же свою карету тут припарковывал за такие деньжища. Да уж. Ну что, он, кстати, ходил пешком, он любил ходить пешком. Ну, была тросточка такая железная, он руку качал. 5-килограммовая. Да.